Желтые, белые. Ой, здравствуйте, ребята! Посмотрите, какие разноцветные у меня крышечки. А сколько их много! Всем здравствуйте! Какая красота! Мона, какая у тебя интересная коллекция получилась. Спасибо, Анфиса, я знаю. Мона, а что ты собираешься делать со всеми этими крышечками? Анфиса, честно говоря, я даже и не знаю, что с ними можно делать-то. Мне просто нравится перебирать их лапками, раскладывать по цветам и считать. А когда мне все это надоест, я даже не знаю, куда применить крышки. Мона, ты большая молодец, что собрала столько крышек. А ты знала, что твои крышечки могут принести большую пользу? Да? Какую пользу могут принести крышечки? Ну-ка, Анфиса, расскажи мне быстрее. Мне очень нравится быть полезной. Наверное, многие знают, что в нашем городе есть такой замечательный и полезный арт-объект, который называется «Росток благости», в который собираются пластиковые крышечки. Анфиса, так это же так здорово! Я с удовольствием сдам свои крышечки в «Росток благости», а потом соберу еще и буду сдавать и делать доброе дело. Анфиса, а где же находится этот арт-объект? Мона, этот арт-объект есть и на набережной, и в парке. Анфиса, а давай вместе сдадим крышечки? Ребята, вы тоже можете собирать крышечки и приносить их в Росток благости. Анфиса, я думаю, что ребятам будет интересно, кто придумал этот арт-объект и что же будет с этими крышечками дальше. Мона, предлагаю прямо сейчас отправиться в парк и все разузнать. Ура! Ребята, вы с нами? Тогда не забудьте одеться потеплее и вперед! Побежали, Анфиса! Ребята, вот мы с вами и добрались до того самого места. А вот и тот самый арт-объект «Росток благости». Ребята, вы только посмотрите, какой он красивый! И он действительно похож на росток. И сейчас мы с вами познакомимся с инициаторами этого замечательного арт-объекта Альбиной Зинатулиной и Натальей Шляпкиной. Здравствуйте! Скажите, в чем значимость этого арт-объекта «Росток благости»? Здравствуйте! Этот арт-объект помогает природе и детям. А мне интересно, а почему такое название «Росток благости»? «Росток благости»? Потому что он вырастает из маленького зернышка. Когда мы делали этот проект, у нас в этом контейнере было, ну, 1, 2, 3 крышечки. А видите, сколько сейчас крышечек? Что будет с собранными крышками дальше? Крышечки спасутся от полигона, и они пойдут в переработку, и из них будут делаться различные пластиковые изделия. Это могут быть ведра, это могут быть трубы, которые прокладываются под землей. Так они будут спасены. А также деньги, вырученные с этого сбора, пойдут на кормление детей. Как все интересно! Большое спасибо за беседу нашим добрым феям Альбине Зинатулиной и Наталье Шляпкиной. А мы с Моной сделаем доброе дело и внесем свой вклад. Положим крышечки в наш арт-объект «Росток благости». Ребята, как вы помните, один из прошлых выпусков нашей передачи был посвящен интересным опытам и экспериментам. К нам поступило много сообщений с пожеланиями почаще показывать опыты и эксперименты. По многочисленным просьбам периодически мы будем баловать вас новыми опытами, которые будем показывать в новой рубрике «Занимательная лаборатория». Делайте вместе с нами. Все, внимание на экран. Вы родные!
Дорогие ребята, приветствую вас в нашей рубрике «Занимательная лаборатория». И сегодня я познакомлю вас с новым опытом. Ну что, вы готовы смотреть и запоминать? Тогда начнем! Этот опыт простейшего исполнения, а называется он «Торнадо в банке». Для этого опыта нам понадобится обычная вода, жидкость для мытья посуды, стеклянная банка или ваза, столовая ложка и блестки. Так, для начала мы возьмем жидкость для мытья посуды и добавим воду. Воду мы заготовили заранее. Добавили. Теперь возьмем немного любых блесток. У нас они такого вот цвета. Смотрите, какие они яркие и блестящие. Добавляем. А сейчас, ребята, наступил самый интересный момент. При помощи большой ложки мы будем создавать торнадо в банке. Главное — мешать очень быстро и энергично. Посмотрите, какой красивый торнадо мы наблюдаем. Когда вы начинаете перемешивать воду ложкой, появляется центробежная сила. Именно она создает вихрь из воды. Вот и все. Создать собственное торнадо вы можете дома вместе со своими родителями. Главное, не забудьте о правилах безопасности. Вот и все, ребята. Сегодня мы с вами прогулялись по парку и узнали много нового о том, что же делать с пластиковыми крышечками и куда их нужно сдавать. Ребята, вы тоже можете присоединиться. Собирайте крышечки и приносите их на набережную или же в парк. А наша передача подошла к концу. До скорой встречи. Пока-пока.